Всем привет! Добро пожаловать на мой канал в новое видео. У нас уже все готово к новогодним праздникам. И улицы украшены, магазины продаются разные красивые, интересные игрушки новогодние и не только. Я увидела вот эти три стола и не смогла вас оставить без этого видео. Так что сняла для вас. Мне лично тоже интересно смотреть такие видео, они вдохновляют. Можно подчеркнуть для себя что-то новое, поэтому если вы тоже любите такие видео, приятного просмотра. Очень много новогоднего декора, новогодние посуды. Это новогодние колечки на салфетке, тоже очень разные. И, конечно же, на любой вкус. Если вы любите что-то более спокойное, естественно, можно взять обычные кольца в серебре или в золоте. Красивая посуда, разные бокалы. Этот мне понравился очень, стоит 18 евро. Естественно, он подойдет и под шампанское, и под мартини. Очень красивый, были разные, не только такие, еще и более теплые тона за 8 евро, более шоколадные. И светлее, конечно же. И были такие очень девичьи в розовом цвете. Очень нежные бокалы. Тоже они стоят 8 евро. Очень много красивой посуды. И, конечно же, она подойдет не только на Новый год, а и для обычной жизни. Мне очень понравился также этот светильник. И очень здесь интересно. Все можно разглядывать, ходить. Очень много чего классного. Я обычно не захожу в этот отдел, а в этот раз решила, почему бы и нет. Очень много красоты. Такое кресло тоже сейчас очень актуальное, модное. Этот барашек или букле, можно его еще и так назвать. Такое кресло, конечно же, не дешевое. Стоит оно где-то 500 с чем-то евро, почти 600. Но оно красивое, шикарный стол. Это, конечно же, массив дерева. И видите, разные стульчики, разные формы, но дизайн очень похож. Хорошая здесь мебель в магазине. Конечно же, можно вдохновляться. И, конечно же, это не IKEA. Еще увидела такой шикарный столик. Можно использовать его под столик для макияжа, тоже подойдет. Очень красивый. Знаю, что сейчас все любят белый цвет, как продается в IKEA, но такой столик тоже очень классный. Видите, сразу идет с разделениями внутри, не нужно докупать никакие разделители, всякие коробочки, все уже есть. И это шикарно. Тоже красивый круглый стол. Тумбочки, разные диванчики, мебель. Очень все красиво. Огромный выбор. Конечно же, красивое постельное белье. Разное, цветное. Есть и спокойная тона. Но мне вот это очень понравилось. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Увидимся с вами совсем скоро. До новых встреч. Пока-пока.